Анталаха. Именно эта планета стала точкой противоборствия двух сторон – Пиратского союза и антипиратской коалиции. Две стороны хотели повысить свое влияние в секторе, и контроль над Анталахой входил в планы обеих сторон. Ссылаясь на дурную репутацию и агрессивное поведение политики Пиратского союза, принц Анталахи, уже Рассельве Краун Деркс, принял решение о союзничестве с антипиратской коалицией. Сенатор Остермейн прибыл со Самаджи, чтобы подписать документ о гарантии безопасности Анталахи и вхождении планеты в состав антипиратской коалиции. А Саманши и другие планеты антипиратской коалиции гарантируют моей планете безопасность? Ведь пираты этого просто так не оставят. Конечно, это одно из условий в Кодексе Альянса. Сэр, мы не можем зайти на орбиту Анталахи, ведь флота Самаджи устроила блокаду планеты. Приказываю всем возвращаться назад. Они еще поплатятся.